программной статье президент сказал, каждый казахстанец должен понимать, что образование – это самый фундаментальный фактор успеха в будущем. В системе приоритетов у молодежи образование должно стоять первым номером. Если в системе ценностей образованность станет главной ценностью, то нацию ждет успех, сказал президент. В эфире программа «Модернизация Казахстана», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Здравствуйте. И наша тема сегодня – стратегия «Казахстан-2050». Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной стратегии «Казахстан-2050». Общей целью образовательных реформ в Казахстане является адаптация системы образования к новой социально-экономической среде. Президентом также была поставлена задача о вхождении республики в число 30 наиболее конкурентоспособных. Совершенствование системы образования играет важную роль в достижении этой цели. В своем послании народу Казахстана «Казахстанский путь 2050. Единая цель, единые интересы, единое будущее» Нурсултан Абишевич отмечал, что нам предстоит большая работа по улучшению качества всех звеньев национального образования. А развитие трехязычия в отечественной системе образования – это один из важных аспектов «Казахстан-2050». Знания и профессиональные навыки, сказал президент, это ключевые ориентиры современной системы образования, подготовки и переподготовки кадров. Государство открыло перед молодежью, новым поколением, все двери и все пути для образования, для работы. Нурлыжол – вот где можно приложить усилия, развернуться нашей креативной, динамичной молодежи. Каждому найти свое место. Нам важно сделать казахстанцев еще более сильными в духовном плане, едиными, еще более толерантными. Я убежден, что на новом ответственном витке истории обретет новое звучание, более глубокий смысл, главный принцип – Казахстан только вперед. Из стен этого вуза вышли тысячи специалистов за 85 лет. И сегодня Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова – это настоящая кузница кадров. Особенно в том, что касается полиязычного образования. Реализация поставленных задач идет полным ходом, и в этом мы смогли убедиться, побывав в одном из вузов республики, поговорив с учеными и со студентами. В Западно-Казахстанском государственном университете имени Махамбета Утемисова нацелены именно на полиязычное образование. Ведь это веление времени, убеждены в вузе. Здесь существует институт полиязычия, который не только работает в системе образования, но и реализует в полной мере задачи, поставленные президентом. Здесь работают представители разных национальностей и говорящие на разных языках. Один из них – доктор Ли из Южной Кореи, и основная цель его приезда – в соответствии с программой Минобразования по приглашению ведущих топ-менеджеров в казахстанские вузы для развития трехязычия в системе образования. Он ведет работу с преподавателями, студентами, ведет обучающие семинары, методически курирует обучение преподавателей и студентов в Казахстане и за рубежом. Также он является разработчиком обучающей программы «500 предложений», содержащей основные разговорные фразы, необходимые для изучения языка на казахском, английском и русском языках. Делает платформу электронную для работы в кабинетах полиязычия. Его мы пригласили в студию для более подробной беседы. В чем основное отличие корейской системы образования от казахстанской? На самом деле разница несущественная. Основное отличие, на мой взгляд, в вашей стране образование на нескольких языках, а в Корее больше нагрузка. И в корейском университете обучение ведется практически 24 часа в сутки, а у вас студенты при всем желании не могут заниматься после закрытия дверей вуза. Какова ваша миссия? Я приехал, чтобы работать над развитием полиязычия в Западно-Казахстанский государственный университет имени Утемисова, а также для поддержки и методической помощи студентам и преподавателям. Это моя основная цель визита сюда. Некоторые молодые люди, глядя на своих кумиров, вроде Мадонны, Билла Гейтса, Стива Джобса, думают, что у них нет образования, и это не важно. Зато они богаты, успешны, знамениты. Почему образование сейчас не самое важное для них?
Очень много молодежи получают неверную информацию из интернета, например, из Википедии или Google. Конечно, они могут найти много информации, но она не всегда верна и может подать недостоверные данные, которые молодежь может принять за истину. Те люди, которые достигли успеха, они родились в развитых странах, где наличие хорошего образования не является обязательным. Если у вас нет связи или финансовых возможностей, то без образования и знания достичь успеха очень сложно. В развитых странах, таких как Южная Корея, многие говорят, вы должны учиться, чтобы достичь успеха в выбранном вами направлении. Обычно молодежь, когда получает наставление, не любит, когда их поучают. Но образование очень важно. Казахстан более успешен в этом плане, и людям без такого багажа знаний сложно пойти дальше. Поэтому образование — это очень важно. Имея знания, можно этого достичь. Я думаю иногда, что интернет дает много информации, но мало знаний и образования. Вы согласны с этим? Согласен, абсолютно согласен. Но в недавнем прошлом молодое поколение не читали и книг, брало информацию только в интернете. А это, конечно, разные вещи. Например, книжный вариант — это отредактированная информация, она выверена, чего не скажешь об интернете. В основном печатные издания дают точную информацию, но в интернете она постоянно меняется и не всегда достоверная. Например, в Южной Корее есть остров, спорная территория с Японией. Контролируется он Кореей, но японцы считают ее своей. Это политический вопрос, но я считаю ее все равно корейской, потому что более 500 лет она принадлежала Корее. И такие примеры могут ввести вас в заблуждение, которые люди могут довериться. Когда молодежь смотрит телевизор и интернет, она принимает все за правду. Даже мой сын получает информацию из интернета. Мы оба знаем, что образование — это самая большая и важная часть жизни. Но почему мы все еще должны это доказывать молодежи? Это сложный вопрос. Исходя из моего и вашего, наверное, опыта тоже, мы, будучи юными, доверяли людям, дающим нам информацию, кого мы считали авторитетами. Их мнение очень весомо для нас и значимо, но, к сожалению, мое поколение и мы в свое время не прислушивались к мнению наших родителей. Но с годами я укрепился во мнении, что они были правы в том, что образование играет важную роль в нашей жизни. Это дает нам работу и финансовую независимость. Имея хорошую работу, нас улучшают условия жизни. То есть, чем вы образованнее, тем вы успешнее. Конечно, все зависит от того, во что верит молодежь, чего они хотят достичь. Однако без базовых знаний нельзя добиться успеха в жизни. И мы приходим к выводу, что образование — это ключ к успеху. Еще причина, на которую ссылаются молодые люди, — это отсутствие денег на образование. Да, конечно, это тоже сложный и неоднозначный вопрос, который связан с уровнем жизни. В Южной Корее, если в семье два ребенка и оба учатся в университете, то вам сложно представить, во сколько это обойдется. Каждый студент платит 7 тысяч долларов за один семестр учебы. Если двое детей, то сумма значительно больше, уже в два раза. Как тут быть? Ведь надо кормить семью и дать образование детям. Поэтому корейское правительство оказывает финансовую поддержку и в зависимости от дохода семьи. И бесплатно образование тоже не всегда мотивирует к обучению, то есть студент еще и задумывается, должен ли он обучаться. Руководитель Центра Болонского процесса Владислав Сергеевич Зубков, доктор философии и человек, занимающийся полиязычным образованием, поддержал слова доктора Ли и рассказал о том, как идет учебный процесс в университете, как развивается полиязычное образование, что такое Болонский процесс и как он помогает в расширении знаний. Вот расскажите, пожалуйста, вот мы сейчас говорили с доктором Ли, да, о системе образования, о разнице в корейской системе образования с казахстанской. Прежде всего, мы, конечно же, говорили о необходимости образования, в том числе и высшего для молодежи. А вот касательно полиязычного образования, все-таки институт полиязычия одним из первых, можно сказать, первым появился на базе вашего университета. Вот расскажите о том, насколько все-таки вот такой обмен опытом с другими преподавателями, с других стран мира, да, уголков, насколько он помогает все-таки и изучать язык, и быть полиязычным вашим студентам, вам самому? Я хочу сказать, что данное направление в нашем вузе, оно началось задолго, еще в 2012 году с разрешения министерства мы организовали две экспериментальные группы по физике и математике, где обучение велось в том числе и на английском языке. И это стало возможно благодаря, в первую очередь,
нашему взгляду в будущее, то, что сейчас требует рынок, и не только образовательных услуг, но и трудоустройства. То есть вы опередили время? Конечно, немного. Мы уже предвидели, потому что, как вы знаете, в 2010 году Казахстан официально стал полноправным членом Болонской системы, подписал декларацию, и наша страна имеет доступ, наши вузы, к обмену по академической мобильности с ведущими вузами Европы, Америки и так далее. Все страны, которые входят, подписали эту Болонскую декларацию. Что это дает нам? Во-первых, это обмен опытом. Это новые современные методики в образовании. Это обмен знаниями, передача опыта. Все это, конечно, способствует тому, что не только наши студенты становятся конкурентоспособными и за пределами Казахстана в том числе. Потому что у нас есть пример, когда наши выпускники успешно поступают за рубеж, либо там работают. Но также это большое подспорье для развития науки, в том числе и методики преподавания. И вот мы постепенно начали, к сегодняшнему дню у нас более 30 работающих договоров с вузами-партнерами. Мы очень в тесном контакте находимся, как вы сказали, приглашаем на постоянной основе профессоров, которые обучают наших студентов, проводят мастер-классы для нашего педагогического состава. И, как вы знаете, недавно вышла большая очень программная статья президента о модернизации сознания, о том, что нужно быть открытым к обществу, где он в том числе уделяет большое внимание развитию не только компьютерных технологий, но и языка, иностранного языка, что способствует нам не только вхождению в тридцатку ведущих стран, но и позволит нашему будущему поколению, нашим будущим студентам, выпускникам быть конкурентоспособными на мировой арене. То, что сейчас является самым важным, актуальным. И работая в этом направлении, в том числе вот мы пригласили по программе Министерства топ-менеджера из Южной Кореи. Он возглавляет у нас структуру Институт полиязычия, основной задачей которой ставится как раз внедрение и развитие трехязычия. Мы создали два методических кабинета на базе естественно-географического и физматематического факультета. Но вы знаете, что сейчас основные предметы в школах – физика, химия, биология, математика – будут вестись на английском языке. Соответственно, нам нужно готовить кадры будущих специалистов, которые будут работать с нашими школьниками, передавать им знания. И вот в этом направлении мы уже подготовили около 150 преподавателей наших. Они прошли курсы не только на базе нашего вуза, также в Алмате, в Астане ведущих вузах по программе Урлео. Сама мобильность академическая для студентов, когда они имеют возможность обучиться по своей специальности, неважно, это филология, либо естественные науки, в зарубежном вузе-партнере. Во-первых, совершенствование языка в языковой среде – это очень важный фактор. Затем очень большая мотивация в работе с нашими партнерами, коллегами зарубежными. Ну и, конечно, культурный обмен. То есть все вот эти направления, которые были перечислены как основные в этой программной статье президента, они, собственно, они находят отражение, и мы занимаемся этой работой. Ну, вы правильно отметили, президент всегда затрагивает вопрос полиязычия, развития языков, делает акцент и на государственном казахском, и на английском языке, в том числе, как языке международном. Да, вот кстати, действительно, на самом деле, да, вот это очень помогает, да, в работе. Да, и мы сейчас вот занимаемся вопросами нашей учебно-методической базы. Мы выпускаем трехязычные словари на государственном языке, на английском, на казахском, с целью работы вот в этих полиязычных группах. Если у нас в 2015 году было 15 таких групп, где обучалось 215 студентов, то с сентября этого года у нас практически все специальности они перешли на полиязычное образование. Мы уже выпустили ряд словарей по химии, по биологии, по филологии, как раз трехязычных, где есть терминология на государственном языке, учебные программы, учебные планы. Все это способствует для как раз развития трехязычия,
для преподавания нашим студентам трех языков. Ну, вы правильно отметили, что президент всегда говорит и в посланиях, и во всех своих программных статьях всегда говорит молодежи о том, что молодежь действительно наше будущее. А в вашем вузе, насколько я знаю, база хорошая. Вот издаются учебные пособия, материалы разные. Выходит газета «Уркен», свое учебное телевидение. Вот расскажите, насколько все-таки ведется в вашем вузе воспитательная, полиязычная работа со студентами? У нас есть рабочие группы на всех факультетах, куда входит состав наши ведущие профессора, доценты. Коллегиальном, учебно-методическом совете университета. Все эти вопросы обговариваем, планируем, планомерно включаем в план работы выпуск той или иной учебной литературы, научных статей. Работа ведется, есть рабочие группы на базе нашу. Мы очень взаимодействуем с Центром повышения квалификации, НИШ, и нашим областным. Так что это планомерная работа с коллегами, которая вот сейчас ведется по актуальным вопросы направления в современном образовании. В стратегии «Казахстан-2050» тоже немалое внимание уделяется образованию, ну и, конечно же, высшему образованию, техническому, специальному и полиязычию, в том числе, конечно же, не в меньшую очередь. Опять-таки, возвращаясь к нашему президенту, как он всегда говорил, что молодежь должна быть образованной, мобильной, должна быть полиязычной, представлять Казахстан, как он говорит, вы, молодежь, наше будущее. Вот на самом деле, вот ваши студенты, да, и молодежь в целом, о которой мы говорили с доктором Ли, вот, она, конечно, проблема, с одной стороны, она характерна для всех стран, да? Я имею в виду образование, воспитание молодежи. А вот в вашем вузе насколько вот все-таки сильна вот эта воспитательная работа молодежи, в том числе и полиязычная? Ну, хочу сказать, что если мы говорим о нашем вузе, то... Работа, вы знаете, что вуз является региональным у нас, одним из ведущих. Осенью этого года мы празднуем юбилей, хоть небольшой, но солидный, 85 лет со дня основания. У нас очень хорошая научная школа, педагогических кадров, профессоров. Наши выпускники, многие из них остались работать в вузе, достигли определенных высот и в науке, и в образовании. Поэтому нам есть чем гордиться в этом плане. И я с вами согласен, что образование и вот то направление, которое сейчас выбрано нами в этом плане, очень важно. Те программы, которые мы реализуем, в том числе по полиязычию, академической мобильности, они очень позитивно влияют, потому что вот в прошлом году я являюсь руководителем Центра Болонского процесса, и мы непосредственно занимаемся вопросами академического обмена и студентами, и преподавателями. Вот наши студенты имели возможность обучаться в вузах-партнерах. Вот только за прошлый год 150 человек имели такую возможность. То есть выехать не только в дальние зарубежные, но и ближние вузы. Это наши страны СНГ, Российская Федерация. У нас очень хорошие связи с Калмыцким государственным университетом, с Башкирией. С удовольствием мы поддерживаем связь и ведем также совместную работу. Организуем конференции, совместные научные проекты. Роль полиязычия, владения иностранным языком, вот даже на примере наших студентов. Те, которые имеют возможность обучаться по мобильности за рубежом, ну, я как руководитель, я наблюдаю эту перемену. То есть они приезжают, во-первых, со знаниями, с интересом в глазах. Это люди уже более ответственные, потому что там, в новой среде, языковой и культурной, уже их мотивирует к самостоятельности каждый шаг. Если здесь мы что-то можем простить, да, закрыть глаза на что-то, где-то не справился, что-то не успел, то там полностью ответственность лежит на них. И они становятся более самостоятельными, более серьезными. Многие из них, приехав, начинают предлагать даже темы своих дипломных работ по тем актуальным вопросам, которые, допустим, они изучали там. Многие из них, закончив обучение у нас, поступают в вузы-партнеры на ту специальность, которую, допустим, они изучали в рамках мобильности, получают зарубежные дипломы, приезжают, работают у нас.
передают опыт, знания. Я в недавнем прошлом являюсь выпускником Западно-Казахстанского госуниверситета, и также вот по этой программе мобильности я поступил в докторантуру в университет Гутенберга. То есть 5 лет учебы, защита диссертации, и сейчас вот я возглавляю такой центр Болонского процесса. Конечно, все мои знания, в том числе и научные, я применяю сейчас, работая со студентами. У меня знания самого иностранного языка, мы сейчас говорим о английском как лидирующем, это открывает очень большой доступ к образованию, к связям научным с нашими коллегами, выполнение каких-то общих проектов. То есть это такой доступ без посредников к образованию, к общению, к науке, к взаимному развитию. И это направление очень важное и очень интересное. Ну, давайте как раз узнаем у ваших студентов, как на них повлияла и эта академическая мобильность, и образование, и обучение в целом. Молодежь, о которой мы говорили, целиком и полностью поддерживает такие программы международного обмена и программы академической мобильности. Студенты вуза считают, что это не только возможность путешествовать, но и получать новые знания в разных вузах мира. Это большое подспорье и в изучении языков, и в получении профессионального образования. Расскажите, Эльдар, вот мы с профессорами, с учеными всегда говорим о том в нашей студии, что молодежь открывает для себя новые возможности, новые двери, в том числе и в образовании. Вот вы прошли обучение за рубежом по программе академической мобильности. Расскажите об этом. Где вы были, чему обучались, что вы подчерпнули для себя? Я обучался в США, Южный штат Миссисипи, Государственный университет долины Миссисипи. Ну, безусловно, это просто шикарная возможность. Сам факт того, что я побывал в Америке, это уже плюс. А поучиться в американском вузе, это дорогого стоит. Те знания, которые там дают, не сравнится ни с чем, потому что каждый преподаватель, ну, в принципе, везде так, у нас так же, но каждый преподаватель дает что-то свое. Окунуться в этот социум, узнать эти тонкости языка, которые нет в учебнике, это классно. То есть для тебя это не только возможность обучения, но и своеобразное путешествие в мир другого образования, да? Это новый опыт, да? Новый эксперимент, скажем так, учебный. Да. Что это для тебя в первую очередь дало? Язык, либо еще что-то, какие-то новые знания получил? Ну, это в первую очередь расширение сознания. То есть наш мир очень большой, и количество знаний, которые можно получить, колоссально. Например, тот же самый английский сегмент интернета содержит намного больше знаний, поскольку все знания стремятся перевести на английский. И мировая база знаний сейчас на английском, и окунуться в эту базу, узнать, как это все устроено изнутри. Ну и, конечно же, не секрет, что при переводе многих слов, статей научных, да, образовательных, смысл все равно немного теряется. И, да, как говорят, вот литературу лучше Шекспира, да, разные учебники, какие-то романы читать. Вот что тебе дает знание языка? Моя специальность – это в Казахстане это английский, и там я по той же специальности был. Но поскольку они и так знают английский, они изучали поэзию. И изучать поэзию на английском – это было, с одной стороны, очень трудно, но, с другой стороны, все эти тонкости, понять вот этот глубинный смысл, который имел в виду автор на своем языке, когда он хотел что-то донести и использовал какие-то слова, возможно, идиомы, которые доступны только англоговорящим. А как ты считаешь, вот все-таки насколько важно быть полиязычным? Вот твои сверстники, твои однокурсники тоже изучают и английский, русский, казахский язык. В первую очередь, это границы. Без языка мы просто заперты в рамках географии, языка, то, что нам переводят. Когда мы знаем язык, неважно какой, английский, к примеру, мы не выбираем то, что нам предоставляют, мы берем сами, что хотим. То есть нам нужна эта информация, мы не ждем перевода, мы не ждем каких-то публикаций, мы сразу смотрим на языке оригинала. Являясь представителем молодого поколения, как ты считаешь, как заинтересовать молодежь тем, чтобы она была более образованной, более начитанной? Что нужно для этого сделать? Заинтересовать, либо увлечь чем-то?
Думаю, единственный выход – это популяризировать людей, которые уже этот путь прошли, чтобы мы показали, что именно люди, получившие образование, достигли действительно успеха. И тогда молодежь, видя пример, захочет так же. То есть больше положительных примеров? Да. Никаких наставлений или «учись», вот этого, это все лишнее, я считаю. Молодежь, она сама все увидит. Главное – показать. Кем ты себя видишь в будущем? Более образованным, мобильным, полиязычным, определенным специалистом? Либо ты видишь себя в более другой какой-то роли? Я хочу продолжить в лингвистике, но в то же время нужно еще повидать мир. И, возможно, где-то там я увижу для себя новые возможности. И эта поездка в Америку позволила мне все это себе вообразить и поставить себе эти цели. Касательно вот образования, касательно знаний языков, что ты пожелаешь? Выбирайте те знания, которые вы считаете вам пригодятся. Если вы идете в вуз, выбирайте ту специальность, которая вам интересна. Возможно, она не такая денежная, как считается, но мир меняется, и в будущем все может поменяться. Выбирайте то, что вам нравится. Ну и в вузе, если вам будет это нравиться, получать знания, а знания – это всегда сила. Сегодня в современном мире применяются новые стандарты образования. И самое главное, о чем говорил президент, молодежь должна быть высокообразованной, полиязычной и быть мобильной, быть готовой к новым открытиям, новым свершениям. С вами была программа «Модернизация Казахстана», созданная при поддержке областного управления по развитию языков. Всего доброго.